Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. Работать для вас будут Константин Кенич и я, Георгий Черданцев. Смотрим многообещающий матч. Сток-Сити играет против Манчестер Юнайтед. Очень важны товарищеские игры, и сегодня вполне может появиться шанс проявить себя у игроков резерва. Для них такие матчи – это очень ответственный момент. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Кайл Уокер. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Идет подбор Давид Алаба. Мяч все ближе к штрафной. И это гол! Первый гол в этой игре забит. Еще раз на гол посмотрим. У него получился шикарный навес. Отлично мяч нашел голову своего игрока. Удар получился без шансов для вратаря. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Амрабат. Хасан Ал-Айдос. Хебер. Бускетс. Соперник без мяча. Отличная игра в отборе. Манчестер Юнайтед пробьет штрафной. Хасан Ал-Айдос. Очень много передач сейчас перед чужой штрафной. Ждут они свой шанс. Хорошая игра в отборе. Может он сравнять счет? Не дали пробить, нужно выбивать мяч. Ворота все ближе. Не получилось перспективную атаку развить, потеряли они мяч. Сыграно жестко, но в рамках правил. Есть партнеры в атаке с ним. 4 минуты. Ничего себе. 4 минуты. Это много. Амрабат. И все на этом. Первый тайм завершен, и команды уходят на перерыв. Второй тайм начался с мячом Манчестер Юнайтед. Влахович. Хорошо они с мячом работают. Хорошее владение. Манчестер Юнайтед готовится произвести замену. Хасан Ал-Айдос. Пас перехвачен. Есть вариант развития атаки. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Пошли последние полчаса игры. Не получилось у Юнайтед мяч себе оставить. Ман Юнайтед исполнит штрафной. Свежего игрока на поле выпустит. Отлично защитник играет. Забирает мяч. Отличный чистый отбор. Пулишич. Пятнадцать минут до конца основного времени матча. Дэвид Бекхэм. Мяч у соперника. Рафаэл Герейро.
Хеберг. Влахович. Бекхэм. Рафиня. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Очень хорошо вратарь играет. Угловой в концовке. У команды минимальное преимущество. И если сейчас они забьют, интриги в матче не останется. Замена у нас. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч, и все. И хороший отбор. И на этом все. Финальный свисток арбитра заканчивает этот матч. Хозяева терпят поражение. Непростой матч получился для обеих команд. Разница между победителем и проигравшим.